Здравствуйте, меня зовут Инна. Я осталась очень довольна после процедуры лазерной коррекции зрения. Делали мне методом вентоскантура. Я очень переживала, боялась. С 18 лет я носила контактные линзы, очки каждый день. И все мечтала о коррекции. После того, как я родила двух деток, мне дали доктора рекомендацию, что уже можно делать лазерную коррекцию. Я сейчас просто не верю своим глазам, не верю, что я сижу без очков, не верю, что я сижу без линз. Сегодня утром я проснулась, я вижу мир по-новому. Я осталась очень довольна. Операцию мне коррекцию делал Михаил Владимирович Билый. Ему очень благодарна. Не бойтесь, делайте. Это того стоит, увидеть мир новыми глазами. Спасибо большое, Новый Зир.